портреты, вот именно эти портреты, то есть когда они писались, вот, и вообще образ Платонова, ну, это такого просто героя, скрытого героя и очевидного героя. Это очень сильный человек. Поэтому все, что он сделал, это, наверное, просто какая-то маленькая частичка. Вот, такая. А все остальное это вот, ну, как-то вообще не случилось, наверное. И это как раз говорит о том, что он, ну, обладал просто, ну, колоссальной внутренней силой. И это, вот эта сила, она для меня, это в его вещах. Буквально, так сказать. Потому что там, там все трансформировано. Там все переведено вообще просто вот в свой язык. Это Евангелие. То есть это его, ну, каждый, конечно, каждый писатель, так сказать, он пишет свое Евангелие. В данном случае это было платоновское откровение, Евангелие, это его послание, это, как сейчас говорят, месседж. Вот это вот, это вот он. И поэтому для меня здесь, как бы вот он здесь, ну, вот в этой ипостаси такого мужественного, сильного и в то же время, так сказать, трагического человека. Ну, например, ну, есть там Христос, там, ярое око. В данном случае здесь Платонов тоже может быть каким-то для меня. Но это, конечно, все такие сравнения нелепые. Вот. Но тем не менее, когда ты работаешь, там вот что-то подсознательно происходит. Хотя конкретной такой задачи не было. То есть тут, когда работаешь, там вот все происходит, ну, как-то само собой. Или не происходит. Вот. Поэтому в какой-то момент надо и остановиться, и потом, так сказать, вот что-то выбрать. Так вот, вот они определили эти портреты. Мы их взяли. И вот когда вот было сказано вот это слово «котлован», тут вот для меня, конечно, соединилось то, что этот объект, он у меня, я о нем сейчас расскажу. То есть он вообще как бы рос вообще постоянно. И так как вот я сейчас занимаюсь кино, он у меня еще, так сказать, как элемент, который входит в какие-то фильмы. Поэтому он нес, ну, какое-то образное вообще большое для меня значение. Но конкретно такого... Потому что, ну, в общем, вещь, она же трансформируется, она работает как раз, ну, она просто жить, должна жить во времени. И вдруг вот она обрела совершенно другую жизнь, и для меня теперь она, ну, как-то наполнилась, ну, вообще каким-то уже космическим, так сказать, таким значением. То есть здесь, конечно, произошло вот, ну, какое-то невероятное соединение, потому что вот это, в данном случае, что это такое? Это стол-палитра. Ну, так я его условно называл. Когда у меня была предыдущая мастерская, вот на Сухаревке, значит, там ее потом залило водой, вот, и вот этот стол я подобрал где-то, то есть он был высокий, вот, на помойке я его принес, вот, и стал, ну, там какие-то палитры, что-то, банки, потом начинаешь счищать, вот, мастихин там оставлять, и я его перевез в новую мастерскую. Ну, был мой такой, наверное, какой-то момент расцвета, перестройка, потом... Вот эти 90-е годы, еще были доступные материалы, то есть по нашим скудным средствам, которые были. То есть, вот, и поэтому я вообще как художник, я импровизатор. То есть я ищу, так сказать, постоянно вот, то есть, ну, какие-то, то есть я могу долго искать. Вот, и когда ты ищешь, ты срезаешь эти слои. То есть когда ты работаешь, ты их уничтожаешь. Я их сюда собирал. То есть собирал в том значении, что они, может быть, мне потом пригодятся, так как они сырые. То есть я из них что-то брал. Поэтому она так зарастала. Сюда что-то бросалось. Сначала я думал, что они мне пригодятся, что я там потом это могу как-то использовать. Потом, значит, эта гора росла, стол стал подгибаться, пришлось его пилить, чтобы он крепко стоял. Но в этом контексте он соединился для меня чем? Потому что те бесконечные варианты, которые были накоплены здесь, ну, в общем, лет за 15, вот, срезанных. То есть там те же судьбы, там те же портреты, те же картины, те же пейзажи, то есть какие-то композиции. Это как бы тоже человеческие, так сказать, живые, это живые существа там. И вот котлован, который, так сказать, вот, он как раз соединен. То есть в данном случае котлован – это вся наша жизнь, так сказать, даже не важно, так сказать, советская, китайская, там какая, американская. То есть вот мы находимся на краю этого котлована, то есть вот той бездны вообще, где мы, ну, каким-то образом
появились в этом космосе. Поэтому, а это такой вот человеческий, так сказать, отвал. И в данном случае котлован платоновский здесь вот для меня соединился, ну, просто вот мгновенно в том, когда это прозвучало. Так получилось еще, я, конечно, этим горжусь, вот, что я земляк Платонова. Он воронежский, а я тоже, но я из Воронежской области. Это как раз юго-восток. Там Борисоглебск, Терновка, вот это вот туда. Вот, поэтому для меня здесь, конечно, соединение вот еще, так сказать, и с этим черноземом, и с этой землей, и с теми образами, еще советского времени прочитанные, и потом уже вот в постсоветское, платоновский здесь. Как раз все это, ну, как-то вот так сцепилось, не знаю, замесилось для меня лично, как в краске, как на палитре. То есть в отличие, например, от Филонова, то есть если Филонов такой урбанистический, так сказать, механизированный, вот, и то есть как бы он тоже пророк Филонов, он как раз пророк того времени, в которое мы сейчас вступаем. А Платонов другой пророк. То есть Платонов пророк вот этого какого-то человеческого соединения. Его проза вот, – это какой-то вот живой источник. Но он уже трансформирован, конечно, вот, через творчество. Поэтому и для меня, конечно, важно, что Платонов, он как бы продолжитель вот того, ну, дореволюционного и революционного, и послереволюционного авангарда. Потому что Кандинский, Малевич, Хлебников, Филонов, вот, Платонов, то есть они, конечно, получили вот этот взрыв, так сказать, вот это вот момент этой революции. И вот и с этим взрывом переделать мир. Вот, и они и вошли, так сказать, вот, в историю искусств и в мировую историю именно этим. Теперь третий элемент, который вот немножко у меня сейчас выпал, вот, это вот элемент этой стены. Я предложил тогда взять фрагмент этой стены с этим столом. Для меня, вот, если абстрагироваться, эта стена – это рабочая стена. Я в этой мастерской, значит, нахожусь с 90-го года. И там меня, ну вот, за эти годы, то есть рабочая стена, на ней все. То есть на ней все отпечатано, так сказать, вот, что там вообще происходило вот у меня. То есть это как бы там и здесь. Вот это тоже соединение. Вот. И в данном случае вот этот мне был важен, вот этот элемент, он напоминает кипарис. Но это был тоже случайный элемент. Я делал одну работу, которая называется «Русская стена. Светопад». И она была повешена там. Ну, ее было очень трудно было снять со стены. И, значит, люди, которые мне помогали, все равно мы никак не могли справиться. Тогда я ее разрезал. У меня там такая появилась дыра. Дыра мешала. Я ее закрасил вслепую черной краской. Потом, когда мы все это сняли, вот, и появился вот этот кипарис. И он стал, вот сейчас он для меня является каким-то символом вообще, так сказать, ну, вот, элементом моей мастерской. И в данном случае вот этот вот пейзаж, когда его, ну, можно видеть, то есть это тоже такой элемент, в данном случае для меня, русского пейзажа, абстрактного русского пейзажа, состоявшееся путешествие, так сказать, вот, из Петербурга в Москву в 1937 году, но таинственным образом не написанное. Вот для меня здесь это как бы тоже вот эта тема вот этого путешествия, так сказать, по России, вот именно которое вот в этом вот заключено, так сказать, в этом третьем элементе вот этой экспозиции, посвященной Платонову. Портреты, стол палитра как комментарий такой к котловану с судьбами человеческими и вот элемент вот этого пейзажа. И здесь все соединилось. То есть соединился вот этот угол, то есть вот соединение этих двух цветов, потом вот это вот видеоизображение с этими портретами и с этим выходом
потому что это выход, он символический для меня тоже получается, и для экспозиции, так сказать, Платонова, и для меня лично, потому что здесь, ну, ты должен куда-то выйти, так сказать, ну, чем-то закончить. Вот этой последней точкой здесь работает вот этот проем, вот эта дверь. Эта дверь, ну, в некое, в это пространство, в которое мы все когда-нибудь шагнем, вот, вот так что... Ну вот, эта дверь тоже такая находка.